Ручка. Хорошо, скажите, нормально. Как он человек, да. Понимаете, что я сейчас делаю, да? Еще раз идем, доходим до 30 плоскости. Опять идем, доходим до 30. Теперь в обратную сторону идем, разворачиваем, вводим уже в нашу готовую здесь плоскость. Это тоже идем. Плавно начинаем разворачивать уже в нашу готовую плоскость. Вопрос? Совсем ничего не понял. Я совсем ничего не делал. Ожидание, реально. Че? У вас свои такие пойдите. У нас и такие. У нас традиционный конкурс. Первый день второго степа. Первая работа. База из степа номер один. Ребятам дается 30 минут. Я подстриг эту базу сегодня за 12 и 16, это примерное время туда-сюда. А, ребятам дается сейчас 30 минут на построение базы. До окончания работы 5 минут. Кто у нас закончил? Хоть один закончил или заканчивал? Думаю, что закончил. 1, 2, 3. Ну, ребята, у нас, в общем, все, но конкретно, чтобы кто-то сказал, все, я закончил, нет, но это тоже хорошо, они проверяют, зачем сдаваться раньше времени. Все, есть, те, кто закончил, мы идем проверять, те, кто не закончил, заканчивают. Это может быть с той стороны. Так. Присоединил. Что, хорошо? Молодец. Потом так же и бросили.